Заведение располагалось на территории рынка по улице Пластунской в небольшом строении, замаскированном под ларек. Как и большинство соседних торговых точек, снаружи он был обшит пластиком. Никаких вывесок не было, а двери наглухо заперты. Заведение было открыто только для своих. Посторонних туда в целях конспирации не пускали. Но это не помешало полицейским попасть вовнутрь. Там они обнаружили две комнаты. Одна игровая с компьютерами и вторая кабинет администратора. Игорная деятельность в клубе организовывалась с помощью специальной программы в интернете. Роль одноруких бандитов выполняли старенькие компьютеры. Вся техника была изъята, двери строения опечатаны. За организацию незаконной игровой деятельности владелец клуба будет привлечен к административной ответственности.